Чарльз, со мной сегодня мой друг Илуха, поздоровай. Здорово всем. Сегодня он будет играть в Portal 2. Да, сегодня мы поиграем Portal 2. Кстати, ссылочку на его канал я оставлю в описании. Да. Одиночная игра. Новая игра. Так. Визит вечный. Играть нажми. Играть. Я уже в эту игру играл, но я в нее очень давно играл. Гуэда с картошкой. Вот это. Potato. Вот это. Короче, он хочет пройти Portal 2 на моем компе. Только не вряд ли это получится за одно видео. Вы находились в консервации. 50 игрок муравей меняет именно муравей. Да фиг знает мне это. Нет, не так. Так. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, посмотрите на потолок. Хорошо. Вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Хорошо. На этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Говно! Хорошо. Теперь, пожалуйста, вернитесь в постель. В постель с пупсиком? Доброе утро. Вы находились в консервации 999. Это сообщение зачитывается с целью уведомить вас. Консервация? Есть что-нибудь? Зитвенка. О, мой босс! Уитли! Хорошо. Это собака главный босс. У тебя все не отвечает. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Ой, я знаю, что сейчас будет. О, может, ты захочешь за что-то держаться? Я очень советую на твое усмотрение. Нет. Ой, телек есть. Телек посмотри. Ты в порядке? Ты меня слышишь? Да. Нет. Эй! Да, вроде да. Открой дверь. А вроде другая картина появилась. Большинство испытуемых через несколько месяцев в конце. Да ты можешь уже заткнуться. Обращение рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше, и нельзя исключать, что у тебя будет незначительное, серьезное повреждение мозга. Отстань. Не стоит тревожиться. Да пошел, иди уже, едь. Ой, не можешь не бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? Ответь. Просто пошел. Скажи да. Так, ты прыгала. Неясно зачем. Неважно, скажи яблоко. Яблоко. Знаешь что, уже достаточно близко, просто держись рядом. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Пожалуйста, приготовьтесь. Ой, еще будет поносить! Ты можешь заткнуться? Не говори тебе, но придется, у нас тут серьезный неприятный. Где мой телек? Телек спит. Держишься? Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации. А что он разрушается? Чертом приступаем. Подожди, это было сложно. Дверь! Он ничего не сказал. Да ты дебил, ты на меня бил. Нахрена ты не сломал стену? За которых я отвечаю. О, уже близко. Тебе видно? Ты лети уже давай. Места хватит? Нет. Ведь надо как-то пройти. Так, надо сосредоточиться. Нельзя было внизу просто пройти. И чья это будет вина, когда мы вот просто... Ну это же Уитли! А, видишь, я ударился, я ударился. Это даже хорошо для тебя. Стой, повернись на тебя. Надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не, никто не спросит, ты не волнуйся. Но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо? Не мертвы.
все сдохли как бы из-за глаза. Мы почти на месте. За стеной находится старый испытательный камень. И там есть всякая... Да не надо мою палубу ломать. Отсюда выбраться? Думаю, там вдруг станция. Готова? Нет, не ломайся. Нет, ты сейчас ломаешь мне руку. Платить будешь, слышал меня? Говно ты. Не ломай мне яйца. Не ломай мне яйца. Мы почти на месте. Помнишь, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстие? Не ломай мне яйца, Снегол! Не ломай мне яйца! Яйца. Все, не сломай. Удачи! Мы рады снова приветствовать вас в центре развития. В настоящее время мы снова нет, стой, дай. В связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Пошел. Однако тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае социальных и экономических катастроф. Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Открытие портала 3, 2, 1. Стой, стой, стой. Да я знаю, как тут проходить надо, генетик-бэл. Наш персонаж. Да я знаю, как она... Только будет. Лицо сложно увидеть. Испытание с кругами и тонками представляет огромную важность для науки и ситуации. Если именно эксперименты с кругами и тонками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь. Вероятность, что это повторится, ничтожно. Надеюсь, вы подпишитесь на него. Чтобы у него хоть стало хоть 20. Чтобы хоть у него встал? Нет, чтобы хоть у тебя 20 подписчиков было. Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Чтобы у тебя было хоть 20 подписчиков, подпишитесь, иначе вам все. Открываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. Ссылочку на канал оставлю в описании. Да? Где входить? А? Куда входить? Надо купе нести тут. Купе нести надо. Да. Не умеешь ты играть, блин. Сам ты не умеешь играть, дебил. Берёшь. Сейчас.
Для ряда испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяю вас, что все боевые андроиды были обучены чтению и получили один экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. Дорогой. А, блин. Если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории, ответственный за компенсацию, обязательно рассмотрит вашу жалобу. Жалоба на Уитли Санова. Ты скину хаги-ваги. Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. Один, два, три. Да блин, музычку. Ты крыса, блин. 0-4. Здесь точно такая же локация, как... Портал 1, портал 2. Блин. Девочка, Игорь, ты не мальчишка, у тебя есть писюн. Ты не девчонка. Ты не девчонка, у тебя есть писюн, а под ним есть. Потрясающе, так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. А. Что-то у меня такой маленький вес, как я мог разбить это стекло? Так, дальше. Мы еще тортик можно и съели. Так, сюда. В чашку прошу. И мы почернели. Мы почернели. Он сгорел и Нет, брат! У нас пропал синий хаги-ваги. Хай-ваги, нет! Нет, брат! Можно убить его, пожалуйста? Он умер. И почему? Он сгорел. Почернел. Избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. А, я вспомнила этот момент. Дебильный момент, если честно. А, похоже, я понял. Так, мы сначала вот сюда попросим. Аунки. Вон туда попади кнопки. Вон там две кнопки нажми, вон там, который. Дай-ка я другому только буду делать. И, короче, стоп. Понял? Девочка Игорь, ты не девчонка, у тебя есть писюнка, а там есть машинка. Вот, и теперь ты попал, можешь нажать эти две кнопки. Это... Слышишь, здесь под рукой уже. Так, стоп, эндер. Кажется, я понял. Вот эту штуку мы делаем. Вот, смотри, мы кидаем вот так купол вон туда, в портал, чтобы он попал в эту кнопку. Я хочу тебя убить. Жопа камера тупая. Короче, я понял, но как ты в портал попасть, чтобы она попала именно... Я бы хотел прямо сейчас просто... Погоди. Короче. Стреляем. Подожди, стой. Не-не-не, нужно вот так сделать. Да, он ставим. Так, подожди. А так мы новый круг делали. А нет, мы не делаем. Смотри. А здесь мы просто подняли. А я ничего не купила. Так, стоп, а где кнопка спавна туда? А ну вот, исчезайте, заспавьте его кнопку. Я знаю.
Значит, активировала эту штуку. Ну нахрена нам она? Ну нахрена нам она, если мы не так можем. А вот это ж так, эта штука активирует это. А эта штука активирует... Новый куб, значит. Нет, нет, вот та штука активирует новый куб, а это... Так, подожди. Да. Все, я понял. Так. Здесь нужно два куба. Понял! Все, ну его надо поймать. Лови, 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 лови. Все. Ах ты, сын. Здрасте. Не чугайся. Превосходно. Сектор развития напоминает, что хотя ситуация может казаться безрадостной, вы не одиноки. Личностные конструкции лаборатории продолжат работать и в постапокалиптических условиях. Следующий тест демонстрирует инерцию при проходе через портал. Если законы физики в вашем будущем больше не действуют, да поможет вам Бог. Полетит туда. Все, я понял. Ой. Ну давай. Так. Тебе нужно бросить куб именно вот в эту штуку. Вместе с кубиком. Ну это изи, это было. Случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации. Запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас. А эту комнату я именно и не любил. Здесь именно вот такая проблема, что здесь нельзя подняться обратно. Портал. Где второй портал? Поставь. Подойди-ка. Отдай. Да. А, не, я понял. А, хорошо. Все, ставим. Лопаточ. Лопата. Ставить эту хрень и пойти.
бассейне где-то. Там... А там нельзя. Нельзя. Там это... Дай сюда. Мама хочет. Ты что, умел? Да ты сказал. Отлично, творец будущего. Однако, если вы стары, недоразвиты или страдаете от увечья радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Понятно. Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она... Это с первой части ее босс-арена. Ой, зачем? Хорошо, открываем карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Оставь панику, она выключена. О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Чем? Прямо маньяк. И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты не поверишь. Человек. Я знаю, я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. Потом долгое время вообще ничего не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это и есть вся история. Теперь ты в курсе. Удержала! Ты меня удержала чудесно! Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. А, извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. А, я опять посмотрел. Это главная пультовая. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогай, ни на что не смотрим. Нет, смотри, тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрел, и там не написано. Спасательная капсула, больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, не вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Ты ее где-нибудь видишь? Я не вижу. А, слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Да будет свет! Это Бог.
я в сети. Ой, поворачивается, какой ужас. Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Так, спасательная капсула, О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся, не волнуйся, я тут, это его остановит. Нет, так еще быстрее. Началось включение питания. Так, не паникуй, хорошо? Прекрати паниковать. Я могу все остановить. Здесь пароль. Я его взломаю, не проблема. Помещение со смертоносными лазерами.
пить буду. Все же нужно поторопиться. Нужно провести еще много тестов. Следующее испытание связано с кубами преломления подавленности. Я сконструировала их буквально накануне твоего эпизода. Ой. Теперь мы сможем посмотреть, как они работают. Один должен быть в углу. Очень худыми. Хочу тебя поздравить. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов. Тут смеет рыба. Че там? Здорово. Да я уж пока пару тестов прошел. Один момент. Камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. А, ну это и не занят, я сюда. А, ну я
не достает. Блин. Ладно. Так. Наверное, в середину ставлю. Шарами момента не дошел. Так шар, так что мусор уже летел. Так. Стоять. Стоять.
слышишь? Храни. Ух, наконец скин. Стой, по-другому. Так. Мне кажется, он так на стене. Нет, всё. Стой, мне хочется просто посмотреть, где радио. А, он там. Помнишь, я говорила тебе о том, что который стоит и смердит без всяких войск. Ну ладно, с вами был Илуха Геймер и Сахар Ермаков. Значит, это не Илуха Геймер, а я Геймер. Да. Ладно, с вами был Сашок Ермаков. Всем удачи, всем хорошего тренинга. Всем пока. Подписывайтесь на Илюху.